Шалом, возлюбленные! Как поживаете? Мы продолжаем молиться за каждого из вас, чтобы вы имели мир и обильные благословения от Господа. А теперь давайте выразим нашу благодарность Господу Иисусу через хвалу и поклонение, которую мы споем с вами вместе. Итак, давайте вместе поклоняться Господу. Возлюбленные, продолжайте открывать свои сердца и уши, чтобы принимать благословение Слова Божьего, представленное пастором Ника Ньохарокардио. Давайте послушаем проповедь. Будьте обильно благословенны. Спасибо, Господь, за Твое пребывание на этом месте, за то, что Ты с нами, о Отец. Спасибо. Говори через уста Твоего слуги. Помазывай Твоего слугу Авва, помазывай всех нас. Мы будем тихонько сидеть рядом с Тобой и слушать во имя Иисуса, слушать Твое послание. И все люди сказали «Аминь». Давайте аплодировать нашему Господу. Аллилуйя! Восклицайте Ему! Присаживайтесь, пожалуйста. Итак, возлюбленные, когда Господь Иисус был еще на земле, в Евангелии от Иоанна 16 главе 7 стихе Он сказал. Давайте прочитаем это вместе. Раз, два, три, читаем. Поехали. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, Утешитель
не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Когда Господь Иисус говорил это, думаю, ученики не понимали. «Пойдешь куда?» Но время шло, и Господь Иисус умер за нас с вами. Он был погребен, но на третий день Он воскрес из мертвых. После этого 40 дней Иисус был на земле. Он являлся Своим ученикам, чтобы доказать, что Он живой. После этого Иисус вознесся на небо прямо на глазах у Своих учеников. Возлюбленные, Иисус ушел, и Он вознесся на небеса. Что Он там делает? Ну, во-первых, Он посылает нам Святого Духа. Это было Божие обетование, и позже ученики поняли это. Давайте мы громко поаплодируем нашему Господу. Итак, ученики поняли, что Господь Иисус имел в виду возлюбленные. А в чем роль Святого Духа? В Евангелии от Иоанна 16 главе с 8 по 10 стих сказано, что роль Святого Духа в этом мире в том, чтобы обличать мир в грехе, праведности и в суде, о грехе, что не веруют во Христа, так говорил Иисус. Ясно, что те, кто не верит в Иисуса, грешники. Не стесняйтесь говорить «Аминь», не стесняйтесь, потому что это слова Господни. Во-вторых, о правде, что «я иду к моему Отцу, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден, дьявол осужден, аминь». Давайте мы поаплодируем Господу, «князь мира сего, дьявол осужден». Подчеркните эти слова. Мы часто боимся дьявола, но мы не должны этого делать. Его уловки... Мы должны знать, что Он осужден навсегда. Он был осужден, скажите «Аминь». Это роль Святого Духа в мире сём. А роль Святого Духа для нас, согласно Евангелию от Иоанна, во-первых, наставить нас на всякую истину. Об этом и говорит 16 глава. Мы не могли бы понять Библию, если бы у нас не было Святого Духа. Вы можете спросить у людей, которые читают Писание без Святого Духа, скажите, а что это? И получите множество ответов, но для нас с вами. Это Слово Божие, стопроцентное Слово Божие. Возлюбленные, скажите «Аминь» на это. Когда вы ходите в своем спасении, после процесса оправдание, вы переходите к процессу освящения. Дух Святой и Слово Божие постоянно освящают нас. Возлюбленные, мы продолжаем получать понимание и водительство от Святого Духа. Мы ничего не могли бы понять, если бы не Дух Святой. Во-вторых, Дух Святой возвещает нам будущее. Вопрос, кто из вас верит, что Господь Иисус придет во второй раз? Почему же мы поднимаем руки? Да потому что мы верим, что у нас есть Дух Святой. Если я спросил у людей, которые не имеют Святого Духа, если бы я у них спросил, они бы никогда не подняли руки ни за что. Возлюбленные, а вы верите в предсказания из Библии, ведь так? Верите? Запишите себе 28% Библии. 28% всего, что записано в Библии, это пророчество. Если люди не верят в них, то спросите, а вы имеете Святого Духа? Возлюбленные, мы будем знать будущее. В-третьих, роль Святого Духа в нашей жизни в том, чтобы помочь нам прославлять Иисуса, потому что Дух Святой возвещает нам то, что получил от Иисуса. Он любит нас. Ему очень нравится наша хвала, даже и моя хвала. Хотя я и не совершенный певец, давайте же поаплодируем Господу. Возлюбленные, если мы имеем Святого Духа,
то будем всегда прославлять Его. Господь, Ты прекрасен! Ты прекрасен, Иисус! Как прекрасен Ты, Небесный Отец! Мы можем говорить эти слова, потому что у нас есть Дух Святой. Аплодируйте Ему, возлюбленные. Давайте продолжим говорить о роли Святого Духа в нашей жизни. В Деяниях, 1 главе, 8 стихе сказано, что Дух Святой делает нас свидетелями Христа. В своей последней проповеди перед Вознесением на небо Иисус сказал Своим ученикам, «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Скажите, а кто здесь ученик Иисуса? Вы готовы провозглашать Евангелие? Готовы? Стать Его свидетелями. Иерусалим, вся Иудея и Самария. Иерусалим можно определить как семью. Иудеи — это наши собратья верующие, а Самария — это неверующие люди. Скажите, вы готовы быть свидетелями в семье, среди собратьев верующих и среди неверующих? Кто готов, помашите рукой и дайте клич победы. Громко поаплодируйте Господу. Громко. Возлюбленные, будьте свидетелями Иисуса. Кто из вас скажет? Я готов, Господь. Это задание для всех нас. Если вы хотите быть свидетелями Иисуса, поднимите свою руку. Вы будете делать эти вещи. Вы будете делать то, о чем мы пели сегодня. Если вы верите, то скажите «Аминь». Скажите «Аминь» на это. Вы будете делать то, что мы провозглашали, о чем мы пели сегодня. Открыть величие чьей силы? Иисуса. Не моей силы. Многие люди попадают в ловушку, желая открывать величие своей силы. Будьте осторожны. Я видел много людей, которых Господь больше не использует.
Когда-то Он их использовал, но сейчас больше не делает ничего через них. Из-за этого будьте осторожны. Вас ожидает все это. Будьте осторожны, чтобы не открывать мою силу. Будьте осторожны. Но чью силу мы должны открывать? Господа Иисуса Христа. Поднимите руки и повторяйте за мною. Поаплодируйте Господу. Возлюбленные, после того, как Иисус вознесся на небеса, 120 учеников собрались вместе в горнице в Иерусалиме. Почему они это сделали? Потому что так им сказал сам Господь. Когда Иисус явился ученикам, их было 500, но только 120 из них отреагировали на Его слова. Это менее 25%. Кто из вас входит в эти 25%? Все вы должны были поднять свою руку. Все возлюбленные. А что они там делали? Что они делали там? Все они продолжали единодушно молиться. Деяния 1 глава 14 стих. Все они единодушно пребывали в молитве и молении. Это означает, что они молились, славили и поклонялись Господу в единстве день и ночь. Это принцип скинии Давида. Или молитвенной башни. Это то, что мы делаем в эти дни. Для чего мы это делаем? Ради излияния Святого Духа. А что, согласно Библии, произошло с ними через 10 дней молитвы? Помните? И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили. По одному на каждом из них, и они исполнились Святого Духа. И что же было первым знамением? Они начали говорить на иных языках, как Дух Святой давал им провещевать. Это то, что мы называем говорением на иных языках. Скажите аминь на это. Что же было после этого? Господь начал использовать их различными способами. Петр проповедовал. Вы можете прочесть его проповедь. Это займет не более 4 минут. И 3000 человек покаялись и крестились. 3000. Сколько это по сегодняшним меркам? Может, 3 миллиона? Вы хотите завоевать 3 миллиона человек? Кто желает? Кто хочет? Поднимите руки верой. Кто? Да будет вам по вере вашей. Миллионы людей. Миллионы людей. Давайте поаплодируем Господу. Давайте, восплещите. Во-вторых, это чудеса и знамения. Ученики Иисуса совершали чудеса, так же, как это делал Иисус 2000 лет назад, пока Он был на этой земле. Возлюбленные, не говорите, что чудеса происходили. Только 2000 лет тому назад они все еще происходят. Но почему? Да потому что Господь Иисус воскрес. Если бы Господь Иисус был мертв, не было бы никаких чудес, никаких знамений. Но Господь Иисус жив. Поэтому чудеса, которые были 2000 лет назад, происходят и сегодня. Возлюбленные, вы видели клип из Пахаумана? Господин Вильяр брал интервью у девушки, которая часто падала в обморок. Она была одержима демонами. Одержима? В то время в Пахаумане было много молодых людей с демоническими проявлениями. Они были одержимыми. Та девушка была одержима демонами 6 класса, но Господь освободил ее. Господь освободил ее.
слепые видят, глухие слышат, хромые ходят. Вот что мы делаем, как свидетели Иисуса. Если вы верите в это, поаплодируйте сейчас Господу, прославьте Его. Поднимите руки, принимайте благословение Господа. Пусть изобильная Божья благодать в Его Сыне Иисусе Христе и сладость общения Святого Духа будет со всеми вами с этого дня, и пока мы не встретимся с Господом Иисусом на небесах. Если верите, то давайте скажем «Аминь» вместе. Аллах куаса мелакукан segala perkara Allah kumaha kuasa Dia ciptakan seisi dunia atur segala masa Allah kumaha kuasa. Saya mau saudara sendiri angkat tanganmu, katakan Allah kuasa. Allah kuasa segala perkara. Saudara yang di rumah-rumah, angkat tanganmu juga memuji Tuhan. Dia ciptakan seisi dunia. Dia ciptakan. Dia atur segala masa. Atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Katakan Yesusku maha kuasa, Yesusku maha kuasa. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Последние 30 минут мы провели вместе на программе «Время для исцеления». Пусть то, что вы увидели, даст вам новую надежду и силу в Господе Иисусе Христе. С вами, как всегда, был Билли. Увидимся через неделю, и пусть Бог благословит вас.